Шестой день работы. Стены уже зашили. Это наша комната семейная и рядышком детская. Сделали шумоизоляцию и закрыли гипсачом. Все. Вывели тут провод для кондиционера, установили розетки. Интернет, три розетки. Так, в этой комнате тоже поставили две розетки, ТВ и интернет. Купил, кстати, вот такой вот интернет боковую, если вы заметили. Есть прямые, а есть вот такие боковые. Я вот потом только это увидел. Покупайте вот этот вариант, потому что провод у вас не будет вот так вот изгибаться, а он сразу идет вниз. Очень удобно. Так, еще вот эта комната. Ванна. Собрали уже короб. Тут, как вы видите, инсталляция. Здесь будет полочка. Тут сделали розетки. Специально закрывается. В общем, влагостойкие. Тут у нас будет умывальник, зеркало. Выглядит следующим образом. Все это наверху тоже будет обшиваться гипсачом. Ну и кафель. Вся проводка разведена. И здесь у меня, когда идем с лестницы, тоже сделали проводку наверху. И тут, здесь тоже будет находиться бра. Сейчас покажу внизу, что происходит. Так, здесь вот утопили, получается. Это может не играть. Ответь, куда бегает. И второй тоже. Утопили, чтобы было удобно. Теперь при входе вот сэкономили вот такое вот местечко, чтобы не сильно было видно. Так, здесь розеточки уже готовы. Тут у нас прачка идет. И тут еще розетки. Тут стиральная машина, сушилка, умывальник. Канализация проведена, розетки здесь, все отлично. Что, Милашка, как тебе дом? Нормально. Все нормально? Все. Все в процессе? Да, все нормально. Переезжаем жить уже? Нет, не переезжаем. А почему не переезжаем? Потому что мы еще дом не сделали. Вот же уже можно жить, вон. Как так? Электрик закончил свою работу. Сделал это максимально быстро. Мне понравилось, как человек работает. Здесь провода готовы, розетки есть. Все разведено. Тут он утопил щитки, поставил здесь все, что нужно. Здесь вот наверху я сделал розетку и специально для Wi-Fi роутера подключить интернет. Тут розетки установили, здесь розетки поставили. Потом под лестницей здесь включатель. Также он для кухни. Вот как вы видите, все провело. Тут пробил.
Вот они все провода идут наверх. Провода, интернет, кабельное, ну и электричество, конечно. И здесь еще отдельно проведено. Тут вот можно посмотреть. Розетка под холодильник сделана. Здесь под плиту духовой шкаф, микроволновка и так далее. Вытяжка. Тут тоже розетки идут. Там дробилка для мусора, посудомоечная машина. И здесь у нас плита идет. Ну, а тут дополнительные розетки. Решили сделать пирог. Таким образом подоконника ставится. Все, подоконник уже готов. Сверху поставили тяжесть. Тут, как видите, уже все установлено.